Всем привет! Меня зовут Дмитрий Щепкин из Зеленограда. Вот, собственно, здесь в Академии телесно-ориентированных практик у Олега Гудвина проходил курс по мануальному массажу вместе с другими людьми. Вот, мы делали эти, смотрели практики, слушали теоретическую часть. И да, вот то есть с подробными объяснениями Олег все нам подсказывал, мы делали эти упражнения друг на друге и ощутили эффект. То есть я ощутил эффект непосредственный, вот, то есть особенно для человека, который, так сказать, редко ходит на массаж, он действительно такой весьма вау, потому что это и разминка тела, и как бы про вытяжение всех этих мышц, и главное вправление вот позвонков, поскольку они действительно искривлены, вот, и в общем это сразу же чувствуется такой приятный оздоровительный эффект, хочется еще, это даже просто чтобы тебе делали. Естественно, я рад, что я сам научился и теперь готов делать это, стать тоже с хорошим результатом. Спасибо.